приготовим очень вкусный куриный плов в горшочках. Для этого филе курицы нужно будет помыть, обсушить и порезать кубиками. Можно полосками порезать, я порежу кубиками. Небольшими. В сковородку налили сливочное растительное масло. Оно у нас уже подогрелось, и отправляем мясо. Обжариваем на среднем огне. Курице добавим мелиссу, приправу и паприку. Перемешаем. Добавляем натертый на крупной терке морковку. Перемешиваем и пусть тушится. Добавляем к морковке с мясом мелко порезанный лук. Перемешиваем и даем потушиться до готовности минут 15. Тушим уже на медленном огне. На дно горшочков мы будем выкладывать мясо. Затем в каждый горшочек добавим по 2 столовые ложки риса промытого. В каждый горшочек наливаем воды, чтобы рис был покрыт сверху примерно на 2 сантиметра. Не забываем посолить. Накрываем крышкой и ставим в нагретую духовку на 30 минут. Вот такой вкусный плов я достала из духовки. Он, правда, постоял у меня не 30 минут, примерно около часа. Если вам понравился плов, куриный плов в горшочках, ставьте лайки, пишите комментарии. Приходите ко мне в гости еще. А с вами была Ирина Ивлева и канал «Вкусное меню». Приятного вам аппетита!